Привет-привет, всем доброго дня, отличного настроения. Вообще погода суперовская, посмотрите, что творится. На улице 25 градусов, я в футболке. О, это вообще кайф, это реальный кайф. Надо сидушки уже меховые убирать. Сегодня нужно, кстати, этим заняться. Убрать их, не знаю, как постирать или что. Замочить руками, скорее всего, постирать. Я боюсь, что там все скатается. Все скатается, и нафиг надо. Она и так, в принципе, уже под жопами скаталась вам. Ну, на улице погода вообще огонь. Я постиралась, все вещи развесила. Пока развешивала, что-то у меня вся укладка все сбилась. Кстати, надо мне эту еще расческу купить круглую для укладки. А то у меня эта корявая такая. Лысая уже практически. И выкинуть ее нафиг. Ну, вообще не могу удивляться. Не могу удивляться. Не перестаю удивляться погоде. О, здорово. Я так хочу, чтобы она никогда не кончалась. Это жара. Это солнце. С утра, конечно, я навернула две кружки кофе уже, пока сидела. В Телеграме канал создала. Что-то Багира там еще не отвечает. Я жду ее моих действий, команды, что нужно делать, с чего нам нужно начать вообще. Просто не жрать или что-то определенное жрать. Ой, не могу. Начинается опять. Вот так сделаю. Кстати, надо этот еще как-то резину уже менять. Надеюсь, уже не будет холода. Ну, хотя, знаете, у нас Урал. Это Урал, детка. Тут может быть все, что угодно. Вчера такая думала, поем этот бешбармак сегодня с утра. Но с утра я говорю, что у меня ничего не лезет. Так что я его, наверное, вообще не попробую. Сегодня я так-то должна позже начать работать, но девочка написала, я, говорит, пораньше освободилась, можно? Я говорю, ну, конечно, можно, ничего нет. Пришлось немножко пораньше выехать на часик. Вот, что, это опять родила? Что? Вот люди рожают, только вот успеваешь, смотри. Буквально только недавно родила, года два, наверное, уже опять родила. Я прям не успеваю ничего. Пока я тут ерундой занимаюсь, люди рожают усиленно. Наш парк. Не знаю, может, студию вам свою покажу, может, и не покажу, потому что я оттуда, наверное, уеду. Я сегодня нашла место у девчонок, у знакомых, кстати. Ну, вы, наверное, знаете. Ирина с Аленой. Через Инчика. Она рассказывала в эфире, что они нашли там какое-то помещение. Я такая тут же написала, я говорю, девчонки, вы что, когда переехали? Можно, говорю, я с вами? Они такие, конечно, можно, типа, заезжай. У них что там, доступ 24/7. Не 2 через 2, как у меня. Мне это вообще неудобно, 2 через 2. Так что, скорее всего, я перееду с 1 числа. Может, и не с 1. Ну, вот на днях съезжу, посмотрю, что там да как. Территориально, как она расположена. Вон шинка. Туда поеду переобуваться. Ну, или Олег поедет. Олег, наверное, поедет. Блин, так круто, с открытыми окнами. Их, наверное, меня не слышно, да? Я окно же открыла, потому что в машине жара была. Здорово, вообще лето обожаю, обожаю лето. Смотрю, в Сочи погода-то не радует, да? Зато у нас и в Москве прям лето настоящее. Все меняется, да? Климат вообще меняется. Где раньше было тепло, сейчас становится холодно. Где было холодно, наоборот, становится тепло. Это вообще капец. Ладно, я отключаюсь. Вот такое движение. Вот эта студия, где сейчас работаю. Такая небольшая комнатка, наверное, 12 квадратов. Ой. Девочка, которая работает со мной, занимается шугарингом. Видите, у нее тут. Ну, у нее еще для продажи вот это вот все стоит. Там, наверное, воск. Вот это я понимаю. Как роликовый, да?
сахарная паста. Берешь вот так вот, мажешь, да, ее. Я говорю, это для продажи. Там, по-моему, даже что-то упаковка какая-то есть. Вот тоже все в упаковке стоит. Бикини дизайн. Вот я все убрала уже. Все убрала уже. Тут девчонки делают педикюр. Прикольно, да, вот эта штука? Dust free. И маникюр. Лаки, 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 одни лаки, лаки. Так что вот. Вообще однокомнатная квартира получается сделана под студию, потому что даже вот это вот место под кухню, я так понимаю, должно было быть. Все запрятано. Так, вот такие вот делишки. Ну, сегодня отработала. Сейчас мне нужно, кстати, съездить за клеем. Клей купить. И еще там до одного шоурумчика, наверное, доеду, пока время еще есть. Так что, до встречи. Сходила в шоурумчик, не стала там снимать, потому что народу очень-очень много. Купила все-таки себе сумку, на которую я смотрела. Только купила ее не в Екатеринбурге, а здесь, в Каменске-Уральском. Но все же, значит, это моя сумка. Где она? Та-та-та-ра-ра. Клевая вообще. Здесь, кстати, цепь почему-то больше, чем там, где я смотрела. Там поменьше. Здесь вообще и цвет не стала брать черный, взяла такой. Ну, вообще классненько. Там еще взяла несколько вещичек. Съездила, денег заработала. Как там пишут, деньги кончились, маник стрёмный, ресницы стрёмные, все стрёмное. Кстати, наверное, скоро нарещу волосы, так что не переживайте. Не на донаты. Так, сейчас я поеду за клеем, наверное, заеду за краской, за этим. Мне там кто-то из девчонок посоветовал краску Матрикс. Я ее ни разу не пробовала, я всегда красилась эстелем, либо капусом, но чаще всего эстелем. Сейчас я возьму вот этот Матрикс, заеду, кстати, вот у нас, как же называется магазин около Мегамарта на Суворова? Магнелия? Короче, как-то так. Там вот девчонки, такие молодцы вообще. Я тогда сходила к девке. Говорю, это, покрась меня светлый. Она меня покрасила, какую-то фигню сделала. Я как цыпленок ходила. Я, говорит, не даю гарантию на ваши волосы. Я не знаю, что у вас выйдет. Не знаю, что у вас выйдет, зато денежки мы взяли, и все хорошо, в полноценном объеме. В итоге я захожу в этот магазин. И мне девчонки такие: да нормально все будет, возьми эту краску, у тебя желтизна уберется, нейтрализуется, все. С этой краской еще тоник себе возьми. Я вообще, короче, была в шоке. Так что вот там девчонки получше всяких мастеров посоветуют, все сделают. Так что мне он нравится этот магазин, поеду туда. Это как анекдот, да? Съездила в этот, в автосервис, сказали, там работа на 20 тысяч, заехала в гараж. Там мужики за бутылку водки сделали. Сегодня что-то я заболела. Заеду-ка я в гараж. Тут такая же фигня. Время уже вечер. Там Олег должен Вовочку забрать. Кстати, сейчас хотела. Ладно, потом скажу. Ладненько, я поехала. Не буду снимать по дороге. Я вообще сегодня за рулем, я кайфую, блин, это так круто, это так здорово, музон наболтала, такая гоняю, блин, здорово, здорово. Ладненько, все, на связи. Всем добрый вечер, мы все еще едим этот кумас. Кумас-бишбармак. Бишбармак, кумас-бишбармак, кулеш, что еще там? Как только не назвали его. Белиш, и как там? Короче, ну ладно, не суть. Короче, лапша. У нас его еще дофига. Так что, наверное, еще завтра будет есть Олег. Да. А ты что, мясо не разобрал? Не знаю, мне так нравится.
Да, сегодня днем был такой капец. Кстати, я вот не зря сегодня говорила с самого утра, что у нас погода непредсказуема. В конце недели уже до минус 8 градусов. Вот в пятницу будет 11, плюс 11, ночью будет, поправнее, минус 2, в субботу уже ночью будет минус 6. Представляете, какой перепад температуры? Это вообще жесть, реально. Так что вот, это Урал, на самом деле это Урал. А в Узбекистане сейчас тепло. Макароны дают? А их второй день работает, так уставший, как собака. Злой. От дому, ну, буквально, ну сколько? 2 километра, да? Да хит, да, километр, наверное. Да? Километр. Километр? Да. Так приятно, что около дома вообще. Ну, все-таки, продавщик, это тяжелая работа. А ты что думал, будешь сидеть там это? Я думал, буду сидеть, команда. Надо материал выдать, материал принять, все это занести в 1С. Постоянно что-то записывать, что-то, короче, постоянное движение. Постоянное, вообще не сидишь на месте. Хоть у тебя есть место в офисе, ты за всю смену сидишь, наверное, около часа, и то ты записываешь там в компьютере приход и расход. Все, остальное все вообще бегаешь время. А кому-то краску, кому-то еще что-то, кому-то его так вот. Я реально устал. Я устал. Нас в парк позвали гулять блогеров. Сказали, привет, блогеры, ждите в парк. Не до парка сегодня. Короче, это нормально, что я устал. Где-то, ну вот эту неделю поработаю. Следующая неделя и будет вообще эта привычка, я по себе знаю. Так у меня такая же дня была. Я быстро привыкаю к этим трудностям. Для меня да это не проблема. Как это, не с непривычки просто? Да, правильно, это не трудности, это... Я тогда тоже устроилась в пятидневку, когда на зону пошла работать. Я же там работала сначала в спецотделе и пятидневка. Но это же надо утром вставать. До пяти так же, с 8 до 5 график. Я приходила в 5 часов, я сразу же ложилась спать. Так я уставала, наверное, первые 3-4 дня я вообще без сил. Потом нормально, бодрячком. Еще и гулять ходили, до 2-3 ночи гуляли. Не говори. Утром на работу. Все бодрячком. Сейчас никуда не ходишь, никуда не гуляешь. Утром как встаешь, как не знаю что. Как чума какая-то. А завтра с утра еще в 7 часов надо будильник. В 7 часов я уже должен на работе быть. Короче, до обеда будет ревизия. Короче, опись полностью. Инвентаризация. Полностью опись. Блин, ну я так думаю, что это не так просто. Потому что я так подозреваю, я же пришел как новенький, как кладовщик. И сейчас проведется вся инвентаризация, и мне под роспись. Ну, я так подозреваю. Ну, конечно, ты же должен принять материал. Скорее всего, завтра произойдет так, я распишусь. Вот так вот. Мои дорогие друзья. Буду работать. Ну, так-то работа, я скажу, не тяжелая. Просто... Вот самое тяжелое, это приходят фуры, залазишь, палеты считаешь по штукам, тоннаж полностью, накладные берешь, сверяешь это все, в 1С заносишь, приходят к тебе, кто там, короче, работяги, им раздаешь, опять по накладным, короче, движение. Но меня это устраивает, по идее. Да, конечно, что сидеть тут, время долго идет. Когда ничего не делаешь. А что, куда торопиться в жизни? Мы никуда не торопимся. Причем здесь торопиться? Я вообще не люблю сидеть просто так. Сидишь, время выжидаешь тупо. Я тоже не люблю так просто сидеть. Вы заметили, дорогие мои подписчики и друзья? Что с тобой? Мне кажется, что я прошла тут. Я не стала заезжать за краской.
Что-то я испугалась, думаю, похожу так. Может, все-таки не буду красить, что я очкую, без волос остаться. И ваша душевность, ваша порядочность не забудьте. Кому она сейчас может сказать? Ну, а ты с Мерседеса на мопеде приехал, блядь. Кстати, велики надо сделать. Да, 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 обязательно. Давай-ка это, в выходные, это, съездим цыплят купим. Каких цыплят? Ну, до мая и... надо подождать, еще минуса такие на улице будут. А, ты же говоришь, что минус. Ладно, ждешь. Я думала, он забудет за ночь таких цыплят, ни хрена. Привет, я уже распланировал. Я думала, что он будет. Возьмем цыплят, ну и велики на ремонт сдадим, да? А что там ремонти? На самом посмотри, до самого. Там вот на одном колесо, на другом лягушка вот эта, которая переключает скорость. Понял? На заднем колесе. Вот ее нам. Ты что хочешь, на улицу? Пошли. Давай мы проснемся сразу. Смотрю, фильм уже второй день. Уже Любаша. До свидания. Сериал, точнее. Классный сериал. До свидания. Я его раньше смотрел тоже, давно уже. Ну, понравился. Решил посмотреть по новой. Он просто в рекомендациях вылез. А мы его начинали смотреть еще давно. Еще в общаге даже. Помнишь? Но... Несколько серий посмотрели, и все, а остального не было. Я Чикатило вчера вторую серию посмотрела. А, ты досмотрела, да? Вторую серию посмотрела. Блин, я так не досмотрел. Не такая простая. Уксус. Зачем так? Чак знает. Поливая на мясо, не разбавляя. Пока он 9%. Ты его можно так пить из горла. Ой, нифига, помнишь, что это? Мясо-то жарили. Знакомились со соседей. Ну и что? Я в это мясо с уксусом-то ел. И что? 70% почти. Да? В смысле почти? Разве... Кстати, хочу показать, что я сегодня взяла. Сумочку взяла. Цепь. Ну вот я же говорила уже, потолще, чем та, которая была на Таганчике. Я, правда, не знаю, где они заказывают, но, видимо, поставщики разные. Именно вот такая толстая мне нравится, а та тонкая мне не очень, как-то не зашла. Ну и сразу же нацепила. Вообще классно. Цвет черный не стала брать. Думаю, нафига. Черная, 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 черная. Круто, да? Все, мне сейчас ничего не нужно. Потом я взяла такую кофту. Дурацкую, правда. Ну как дурацкую? Нормальная так-то. Типа такая с запахом. Тут с баской. Здесь вот так вот одевается. Ну, потом как-нибудь покажу. Не буду сейчас мерить ничего. Короче, я верха набрала, а низа нет. Вот взяла еще фотоваску. Вообще такая крутая. Вообще она мне понравилась с такими фонарями. С такими фонарями. Классная. Вообще чётенько. Черная. Здесь хлопок. Здесь как трикотаж, что ли. Ну, тянется такая лапшичка. Потом это я взяла для работы. Клей для ресниц. И взяла такая худи, удлиненная худи. Она у меня вообще чуть ли не по колено, вообще тема. Скоро будет опять прохладно. Ну, жара-то у нас кого? 2-3 дня, наверное. Потом опять. Вот, если что. Ее буду одевать. Может, даже Данька ее одевать. Вот она какая. Ну, удлиненная, говорю же. Чуть выше колен, чуть выше колен, все. Это все мои покупки. Все мои покупки. А где у меня эти-то патчики? Патчи для глаз еще брала. Ну, это патчи мне для наращивания ресниц. Ну, и маечку себе взяла для спанья. Вот и все, вот и все.
Вот такие вот дела. Поработала, прокатилась, сходила по магазинам. Так здорово, вообще круто. Вообще классно. На, не забудь мне хоть клей увезти с патчами завтра. Я их могу оставить, у меня память будет. Ну, память это как у рыбки. Наверное, надо все убрать. Сейчас мне что-то нужно, я не знаю, тут штанишки, брючки взять. Или чоли. Хотя у меня есть джинсы, но джинсы у меня как варенки, они такие неочерные. Которые, помните, в этом брала, в H&M. Херня какая-то. Я их носила пару раз, все у меня уже. Не заходит нифига. Так что вот такие вот дела. Классная, да, парень? Ладно, ребят, все, буду с вами прощаться. Всем добра, будьте добрее, всем добра, позитива. Всем пока-пока.